Здравствуйте. Я такой небольшой специалист по деланию всяких видео, всякой штук таких. Но про звук я знаю. Сейчас расскажу, как настраивать звук в USB. Значит, начнем с микрофона. Здесь есть такие вот фильтры. Открываете фильтры. Микрофон. Самое главное, это шумы. Не нравится пользователям, когда шумит что-то. Значит, есть такая здесь штука. Ставим, ну, самое простое, noise gate, удерживатель шумов. Значит, как настраивается? Вот это значение output threshold, это когда он будет открываться он, и close, когда будет закрываться. Сейчас объясню. Когда звук тише, чем вот это значение, ничего не пройдет. Видите, вот обращайте внимание на эту штуку. Шума нет, шум пропал. Если его так вот убрать, то шум будет идти. Сами выбираете себе. Я просто знаю, какое у меня значение. Я его сейчас выставлю, и шум пропадет. А. Это когда он откроется, когда закроется. Значение между ними где должно быть около, ну, 7-9. Звук пропал, не шумит больше. Так, сами выставляете. Это значение верхнее всегда должно быть больше, чем нижнее значение. Или иначе не работает. Как только пропадает, сразу вот, ну. Не надо ставить завышенно, а то вам придется орать, и ваш звук будет, ну, начальная фраза не будет слышна. Начальная фраза, ну, насколько быстро он сработает, называется там и так. То есть, если поставить это значение слишком большое, то только с половины слова вас будут слышать. Но не волнуйтесь, тут все вот эти значения остальные, они по умолчанию выставлены для стримеров. То есть, такое среднее, вот как есть средние стримеры. Как они разговаривают, как они себя ведут, что они там показывают. Эти значения, в принципе, менять не надо. Это только, ну, каким-то особенным стримером. Noise gate. Так, хорошо. Сейчас я его поставлю, чтобы более-менее хорошо звучать. Так, с этим разобрались. Теперь, когда у вас слишком тихое видео, вы добавляете гейн. Гейн – это такое значение, которое увеличивает вашу громкость. Раз, два, три. Раз, два, три. И с ним не надо, не переборщите с ним, потому что пойдут у вас искажения. Так, сейчас этот, даже этот уберем. Значит. Другой вариант. Еще бывает, что музыка громко, а диалоги в переведенных фильмах тихо. Для этого у нас есть компрессор. Компрессор – это такая штука, которая громкие звуки делает тише, а тихие звуки делает громче. Значит, сейчас разберемся с этими штуками. Threshold 18 – это то значение среднее, которое будет удерживаться. Ratio – это степень сжатия. То есть, чем оно больше, тем ближе по громкости звуки будут к значению threshold. Если это громкий звук, если у вас, допустим, максимальное значение, да, то громкие звуки будут ближе максимально к 18, вот к этому значению, а тихие звуки будут увеличиваться громкость, чтобы дотянуться до этого значения. Но тогда нет динамики звука. Что такое динамика звука, я сейчас вам объясню. Это когда вот кто-то шепотом что-то говорил, потом кто-то начал кричать, этого не будет слышно. Шепот будет на такой же громкости, как и взрывы. Атака, опять же, это насколько быстро начинает действовать это значение. И релиз – это сколько будет удерживаться этот эффект увеличения громкости. Так, output gain тоже можно применять вместо гейта. Вот гейна, если у вас гейн
увеличивать просто громкость, всю громкость, но тихие звуки как были тихими, так и они остаются. Здесь это все скомпрессировано, и вы можете добавить, чтобы получить, вот видите, аж красное, то есть будут у вас, ну, как это сказать, оверлоуд, ну, это будет, ну, как металлический, этот звук, как будто вы на гитаре играете в хэви-метал группе. Опять же, все эти значения выставлены по умолчанию в нужной, ну, в нужном диапазоне, как вот у всех это идет. Компрессор, ну, по мне, намного эффективнее, чем какие-то остальные. Также можно делать, допустим, комбинации. Сейчас вам покажу. Есть такое значение лимитер. Здесь очень важно. Лимитер – это то, что лимитирует звуки. Они не будут превышать. Ну, то есть, вы знаете, есть такие стримы, которые любят поорать. Это не для них. Они не дадут звуку зашкаливать громче. Да? То есть, если убрать совсем, то можно сделать громкий. Если вы сделаете, что у вас верхнее значение будет вот такое, то он не даст звуку быть громче, чем ваше выставленное значение. Здесь можно сделать комбинацию, если добавить гейн сюда, перед лимитером добавить гейн и добавить громкость звука, то у вас, ну, звук, все звуки увеличатся в громкости, и потом лимитер у вас ограничит это, ну, громкость. То есть, в принципе, как компрессор, но только он сработает по верхам только. Ну, компрессор делает это все намного лучше, и как бы, ну, такой вариант возможен. Так, что еще сейчас посмотрим. Опять же говорю, что все значения, которые выставлены по умолчанию, это значения, которые, в принципе, вам нужны. Ничего, по сути дела, крутить, кроме вот этих вот уровней шума, не надо. Экспанда, но это тоже, это компрессор, который будет, ну, делать звуки, опять же, более-менее удобо слышанными. Ну, будет вашим слушателям, ну, нормально слушать любые там видео, которые вы воспроизводите, фильмы или что-то. Он же также работает в режиме гейн. Ну, то же самое компрессор с увеличением громкости. Он лимитирует. Ну, экспандер, я думаю, один из самых таких привлекательных вариантов, которые здесь есть. Но если не хотите с этим заморачиваться, просто компрессора достаточно или гейна. Но поэкспериментируйте, если вашим пользователям понравится значение по умолчанию, они вам скажут, как лучше, что лучше. Все достаточно вполне. Вот используйте это сделано для вас, чтобы вы не мучились, чтобы ваши зрители не жаловались, плохо там это плохо. Так, достаточно. Спасибо большое, что посмотрели.